Девочки, привет! Итак, основа и обложка у нас уже готова. Сегодня приступим к первому развороту. Первый разворот имеет в себе, включает в себя вот такие вот конверты для фотографий здесь и здесь. Далее они открываются на магнитах. И здесь у нас просто такая идет, получается, на видео я делаю магниты для того, чтобы закрывалась у нас вот эта вот конструкция, я их приклеила под вот эти тонкие полоски, только потому, что я их забыла изначально приклеить. Лучше, и у меня немного топорщится, лучше делать это под большие листы, где-то вот посередине прям даже. Их потом и не будет видно под фотографиями, это раз. Так, затем у нас вот идет вот такая вот конструкция. И мы дополняем дополнительный лист, дополнительный разворот на первую, то есть вот у нас из основы дополнительный лист вот сюда, тоже потом внимательно посмотрите. Еще хочется сказать, что по раскладке вообще вот этих вот вы можете менять местами. У меня идут, значит, на фотографии 10 на 15, 7,5 на 10, 9 на 13, да, и 10 на 10. Можно их поменять местами, добавить другие какие-то разные карточки. Это уже все зависит от вас, да. Вот, надеюсь, все будет понятно. Всем приятного.
этого альбомчика, альбома путешествиях. В принципе, он несложный. Здесь у нас идут два кармана для тежиков. Потом далее один для большого такого вот кармана. Так, это должно быть так. Как я люблю говорить, должна быть какое-то сочетание и перекличка бумаги. То есть, если у меня здесь такая бумага, вот она здесь, желтый, розовый сочетается. И такой дополнительный элемент. То есть, вот опять же, вот у нас разворот. Идет дополнительный элемент. Это вот такой вот, ну, как, не знаю, конвертик такой, который раскрывается. Вот здесь идут кармашки. Размер кармашков можете чуть-чуть больше, чуть-чуть уже, да, то есть, в принципе, можно смотреть из каких-то ваших обрезков даже где-то отдельно. А здесь фотографию размещать, вы можете какую-то другую, одну 10 на 15, например, две 10 на 10, опять же, от вашего усмотрения. И здесь идет на одну фотографию.
Так, и теперь приступим к последнему развороту, третьему. Очень простой, в принципе, вы уже ученые, вы знаете, как на прошлых разворотах мы раскладывали, сделали раскладку. Здесь самая простая раскладка, наверное, у которой карточки совпадают с размером под вот эти подложки для фото. И здесь у меня идут уже раскладка, ну такой водопад. Тоже можете все 10 на 15 сделать сюда. Опять же, их не видно, можно приклеить только вот эти полоски. А вот здесь уже ничего не клеить. Я это клею уже, чтобы как-то было поинтересней. Либо уже сразу фотографии клеить. Вот. И у меня тоже опять такой небольшой косяк есть в этом месте. Я сделала один магнит. Все уже проклеила с надеждой, что вот этот один магнит и здесь магнит будет у меня все держать. Они у меня не держали. Потом видео посмотрите, мне пришлось дополнительно ставить сюда, здесь. И я их потом скрыла вот наклейкой где-то. То есть вот тоже смотрите, изначально тогда либо посильнее магнит, либо несколько магнитов ставьте. И плюс у нас еще получается вот здесь вот есть карман дополнительный. Вот такой вот разворот тоже. Надеюсь, если все получится. Будут вопросы, пишите.
Девочки, дорогие, все, кто сделали свои альбомчики по данному мастер-классу, пожалуйста, присылайте свои фотографии либо ссылочки на ваши обзоры. Мне будет очень интересно посмотреть. Надеюсь, желаю вам всем в этом году куда-нибудь съездить, попутешествовать. Некоторые, может быть, даже не один раз. Либо, наконец-то, собрать все свои старые фотографии от путешествий и поместить их в данный альбом. Спасибо большое, всем творческого вдохновения, настроения, 25 часов в сутки именно на творчество. Всем спасибо, всем пока, не забывайте, пишите.